Друзья, если хотите получить больше информации, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании. Беседная икона Божией Матери имеет и другое название. Явление Богоматери и святителя Николая Пономарю Юрышу. Беседная икона Божией Матери глубоко почитается среди православных христиан, ведь она явила свои чудотворные свойства. Перед беседной иконой Божией Матери молятся о здравии, исцелении душевных переживаний, о помощи в строительстве дома. Икона Богородицы Беседная считается покровительницей строителей. Беседная икона Божией Матери представляет образ Пресвятой Богородицы с крестом-посохом, символизирующим древо жизни и являющимся знаком божественной силы и царской власти. О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, всего мира надежда и утешение, на всех путях жизни нас не оставляющая, к кому молитвы вознесем? Ощуня к Тебе, утешительница грешных чад Твоих. И ныне мы предстоим пред образом Твоим святым, со своими страданиями и заботами. Мы пришли к Тебе, Матерь и Госпожа наша, исполненные надежды, яко Ты поможешь и нам во всех обстоятельствах жизни нашей. И утолиши вся печали наша. Тем же усиленно просим Тебя, даровать нам веру, надежду и любовь. Воёже всегда помните о Твоем Божественном Сыне, источнике и смысле человеческого бытия. О, премилостивая и пречудная заступница наша! Прими под свою опеку семейство наше, страну нашу и всю Церковь Христову. О, преблагословенная Дева Мария! Избави и освободи сердца наши от гнева, немилосердия и сомнений, и наполни их миром, любовью и тишиною. О, преславная Царица Небесная! Ты ведаешь, в чем наипаче есть нужды наши. И посему просим Тебя, возьми нас под Твое могущественное покровительство на земли, а по смерти приведи нас в Царствие Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.